Бессарабии разрушили еще один памятник Ленину. Исполком городского совета Белгород-Днестровского утвердил новые тарифы на вывоз мусора. Нелегальный пункт приема металлолома нашли в Акермане. Жители Бессарабии продолжают помогать вынужденным переселенцам. В эфире Бессарабия ТВ новости, в студии Николай Юшкевич. Здравствуйте. Базу отдыха на берегу моря не дали присвоить частникам. Одесский окружной административный суд удовлетворил иск Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры и отменил 9 решений поселкового совета Затоки, которыми было дано разрешение на составление техдокументации по землеустройству. Как поясняют в ведомстве, граждане с целью присвоения земли провели госрегистрацию права собственности на здание и сооружение базы отдыха. При этом изменили целевое назначение недвижимого имущества на дачные дома. В дальнейшем на основании этих данных постсовет принял решение об отводе земель в собственность для индивидуального дачного строительства. Стоит отметить, что общая площадь участка, расположенного на Черноморском побережье, составляет почти 1,5 гектара, а его приблизительная стоимость около 3 миллионов гривен. На сегодняшний день право собственности на здание и сооружение базы отдыха отменили, сообщают в Одесской областной прокуратуре. В Бессарабии разрушили еще один памятник Ленину. Прошлой ночью в селе Шевченково Килийского района неизвестные обезглавили памятник вождю мирового пролетариата. Об этом сообщают корреспонденты Бессарабии Информ. Как выяснилось, рано утром жители села обнаружили разрушенный памятник. Кроме этого, вандалы оставили надписи краской на постаменте, на котором был установлен монумент. По решению администрации сельского совета остатки памятника демонтировали. Исполком городского совета Белгород-Днестровского утвердил новые тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Сколько придется платить за вывоз мусора и когда новый тариф вступит в силу, смотрите в следующем сюжете. На черговому засіданні виконавчого комітету керівник комунального підприємства «Автотранссервіс» наполегливо доводив присутнім про необхідність підвищити тарифи на вивіз твердих побутових відходів. Інакше підприємство збанкрутує. Я убедительно прошу вас принять это решение о повышении тарифа. И я не хочу, чтобы участь «Автотранссервиса» в 2003 году предприятие «Сантранс», предыдущее, которое занималось вывозом твердых бытовых отходов, обанкротилось. Я вас прошу, чтобы эта участь не постигла наше коммунальное предприятие. Валерій Мацапей зазначив, що з 1 березня збільшується вартість на захоронення та утилізацію побутових відходів на 1 гривню 5 копійок, що у розрахунку на один рік для комунального підприємства становить близько 100 тисяч гривень. Заступник міського голови Микола Зініч повідомив, що саме прийняття сміття на сміттєзвалище подорожчало в 3 рази. Мер Білгород-Дністровського Ігор Нановський причину такого суттєвого підвищення вбачає у тому, що сьогодні сміттєзвалище належить приватним особам, які встановлюють максимальні розцінки. Більше того, місце, куди звозиться весь непотріб, переповнене і вже скоро може постати ще одна проблема. Підняти питання по поводу роботи нашого ВК «Екологія», тому що я в январі, як говорили, сталкувався з закриттям свалки і теж цю проблему підіймав. Як сьогодні город залишиться без свалки? Поки посадовці вирішують, куди найближчим часом місто звозитиме побутові відходи, вже з 1 квітня поточного року вартість послуг з вивозу сміття для будинків приватного сектору становитиме 14 гривень 46 копійок, а для багатоповерхівок – 11 гривень 17 копійок з одного мешканця на місяць. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. Уважение к национальной культуре сохранит правовое общество. Милиционеры совместно с представителями власти Татарбунарского района организовали экскурсию в национальную усадьбу середины 20 века у Милании. Целью этого мероприятия – воспитание правовой культуры и ответственности перед обществом. Туда пригласили трудных подростков, которые находятся на учете в службе по делам детей и криминальной милиции. Тема экскурсии посвящена национальному колориту и многообразию народных ритуалов и обрядов, праздникам Масленицы. Хозяйка усадьбы ознакомила ребят с орудиями труда, предметами быта и культуры жителей степной Украины. А также рассказала местные легенды и древние истории,
Экскурсия сопровождалась показом обрядов и угощением, блюдами национальной кухни. Жители Бессарабии продолжают помогать вынужденным переселенцам. По поручению губернатора Игоря Палицы, Арцизский район на протяжении февраля, марта и апреля будет оказывать продовольственную и финансовую помощь в содержании 360 переселенцев из Донецкой и Луганской областей, проживающих в Сергеевке. На обращение органов власти о необходимости помочь переселенцам откликнулись неравнодушные жители края. 24 февраля в санаторий Санитати уже во второй раз из Арциза отправили машину с продуктами питания для переселенцев, приехавших из зоны проведения АТО. Новомодное понятие «люстрация» будоражит умы многих людей, недовольных работой власти и чиновников. Вот и в Белгороднестровском люстрация не дает покоя местным деятелям. О том, зачем собирались общественники и чем это закончилось, смотрите в сюжете Ангелины Савенковой. Первые попытки провести очистительный процесс, коим является люстрация, были предприняты в Белгороднестровском еще в конце прошлого года. Тогда группа лиц из общественников прямо в кабинетах райгосадминистрации устраивала публичные разбирательства с некоторыми чиновниками. При этом каких-либо официальных документов в подтверждении их вины предъявлено не было. Это один из примеров люстрации по-акермански. А в минувшую пятницу в Белгороднестровском прошло собрание участников, как они сами себя называют, люстрационной комиссии. Создать ее только планируют и уже утверждают, что будут действовать от имени Всеукраинского общественного люстрационного комитета. Это создается, устав есть на базе люстрационной комиссии, не то, громадского люстративного комитета, который возглавляет Егор Соболев. Активисты намерены заняться мониторингом работы членов исполкома, райсовета и райадминистрации, милиции, прокуратуры, судов, сельсоветов и депутатов. Участники люстрационной комиссии говорят, что планируют действовать как общественники, помимо государственных люстрационных комиссий. Также заявляют, что ни к одной из политических группировок или партий отношения не имеют. Преследуют исключительно благородные цели и действовать будут почему-то от имени всех горожан. Но при этом не считают нужным официально оформлять свой статус. Эти полномочия дает нам народ, жители этого города. Мы не обязаны кому-либо что-то объяснить. Так вот создать общественных организаций. Разрешите, я так говорю. Мы можем собраться общественными организациями, принять решение, создать что-то типа ревизионной группы, которую наделим определенными полномочиями и направим конкретно против каждого. Конечно, направим это все, допустим, существуют определенные депутаты, которые нам известны, они поступают не совсем... Это ревизионная группа. Эта ревизионная группа будет заниматься непосредственно тем, кого мы кинем в этот прицел. Как оказалось, законодательные акты для большинства лиц, которые войдут в люстрационную комиссию, понятие размытое. Они твердо уверены, что своим голосованием и принимаемыми решениями могут отменять уже существующие украинские законы. Мы не хотим. У вас закрытое заседание? Да. А почему у вас закрытое? У нас заседание закрыто. А почему закрытое? Объясните. Ваши проблемы это вы можете дома решать, но так как вы в общественном месте, вы не имеете права нам отказывать. Закон. В общественном месте имеет право работать пресса. Мы же ничего тут незаконного не делаем. Поэтому телевидение может присутствовать. Да. Закон об информации. Мы находимся в общественном месте. Для чего? Я, например, не против. Вы мне что скрывать? Давайте проголосуем. Пусть снимают пресса. Я думаю, что мы должны чуть-чуть отличаться от тех органов, которые проводят закрытые заседания. Кто за то, чтобы присутствовала пресса? Лена, предлагаю... Подождите, кто за то, чтобы присутствовала пресса? Так, кто за то, чтобы не присутствовала пресса? Нет. Все, извините, ребята. Значит, когда вы напишете заявление, пожалуйста, мы вас очень просим, давайте так. Проголосовав за то, чтобы съемочная группа Бессарабия ТВ покинула собрание и увидев, что мы не спешим подчиняться принятому решению, общественники быстро разошлись. Вы открываете? Вы?
срываете? Вот сегодня православие, что-то срываете. А что именно срывает? Объясните мне. Заседание громадских организаций. Громадские организации заявили, что не хотят. Вы нам сорвали специально все сегодня на создание координационного совета. Сорвали, полностью сорвали. Бог может быть. Я тоже на то. Потому что вы идете против Бога. Например, как? Вы срываете, видите? Срываете. Бог угодно дело срывает. В заключение отметим, что на этом собрании, к сожалению, не присутствовали другие СМИ. Возникает вопрос, что общественники собирались обсуждать за закрытыми дверями и что они скрывают от народа, интересы которого так рьяно рвутся представлять. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. В Белгороднестровском районе на месте пожара нашли труп. 24 февраля около часа дня в службу спасения Белгороднестровского сообщили о возгорании в жилом доме в селе Шаба. Приехав на место происшествия, спасатели потушили огонь на площади около 20 квадратных метров. На месте пожара обнаружили погибшую сестру хозяина дома. Причина ее смерти и возгорания устанавливаются. Нелегальный пункт приема металлолома нашли в Акермане. О том, что на территории одного из предприятий Белгороднестровского находится незаконный пункт приема, сообщили в дежурную часть милиции на Одесской железной дороге. В ходе следствия выяснили, что приемом металла без всякого разрешения занимается 28-летний житель города. И в день задержания ему уже сдали 13 деталей верхнего строения пути, а именно подкладки, болты, железнодорожные костыли. По указанным предпринимателям приметам, милиционеры установили и личность человека, сдавшего металлолом. Им оказался 22-летний житель Белгороднестровского. Он пояснил, что детали нашел в пакете в лесопосадке и решил их продать и таким образом подзаработать. Его слова подтвердили результаты дополнительной проверки. Найденные детали вернули железной дороге. А вот в отношении горе-предпринимателя возбудили уголовное производство. Сообщили в управлении МВД на Одесской железной дороге. Что необходимо делать, если вы случайно наткнулись на подозрительные или взрывоопасные предметы? Как вести себя в кризисной ситуации? Об этом журналистам рассказывали спасатели Одесской области. Подробности смотрите в следующем сюжете. Збільшення кількості повідомлень про виявлення підозрілих предметів різноманітного характеру та вибухи, що сталися в Одесі і під час мітингу в місті Харкові 22 лютого, зумовлюють необхідність інформування населення щодо дій у разі виявлення підозрілих предметів. В ході брифінгу було обговорено ситуацію, що склалась в Одесі, та акцентовано увагу представників ЗМІ та громадськості на важливості знань та вмінь діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і соціального характеру, а також при виявленні підозрілих предметів. Так, лише з 2015 року рятувальниками було здійснено 679 виїздів на ліквідацію пожеж та інших надзвичайних подій. Майже кожен десятий виїзд було здійснено за повідомленням про виявлення підозрілих предметів. Из этих 700 выездов, которые были осуществлены с начала этого года, 73 выезда были именно на какие-то опасные предметы, которые были кем-то забытыми и нашими бдительными гражданами города Одессы и области, то есть были выявлены и, соответственно, было обращение в службы 101 и 102 по этому поводу. Из этих 73 выездов, которые были на подозрительные предметы, 5, вы знаете, что это были реальные взрывы, и 3 выезда это было обезвреживание, то есть предупреждение вот таких вот взрывов взрывотехнической службой Главного управления МВД в Одесской области. Керівник групи піротехнічних робіт та аварійно-рятувального загону спеціального призначення доповів, що одночасно з виїздами на виявлення вибухонебезпечних предметів сучасного типу рятувальниками ведеться постійна робота щодо знешкодження вибухових предметів Другої світової війни. Так, з початку року групою піротехнічних робіт було вилучено та знешкоджено 572 вибухонебезпечні предмети. Роман Драж зосередив увагу присутніх на важливості знання основних правил поводження з такими знахідками. У випадку виявлення якихось підозрілих предметів, які схожі на боєприпаси, також якісь коробки, сумки, ні в якому разі не можна її чіпати, підходити до неї, переміщувати з місця на місце. Якщо це боєприпаси, то заборонено проводити їхній розпил, розбирання, кидати в багаття. У таких випадках виявлення з метою
запобігання людських втрат, необхідно повідомити Державну службу України з надзвичайних ситуацій за телефоном 101. Крім того, як зазначив начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій постійно вдосконалюють власні вміння. З метою обміну досвідом вони співпрацюють із закордонними колегами та беруть участь у міжнародних проєктах. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Вор украл дизельное топливо, а хозяин даже не подозревал об этом. О том, что он стал жертвой 27-летнего злоумышленника, раздельнянский предприниматель узнал от милиционеров. Как выяснилось, в райотдел поступила информация о подозрительной находке в лесопосадке за селом. Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили в кустах 7 пластмассовых канистр с характерным запахом дизельного топлива. У оперативников не вызвало сомнений, что канистры украдены, поэтому они оставили засаду. К месту тайника действительно пришел неизвестный мужчина, которого милиционеры и схватили. Задержанный рассказал правоохранителям, что нигде не работает и решил за чужой счет улучшить свое бедственное положение. Злоумышленник слил из автомобиля МАЗ 160 литров горючего. Однако канистры перенести домой ему все же не удалось. Сейчас ведется следствие. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в 18:00 на телеканале Бессарабия ТВ. Всего вам доброго и хороших новостей.